Ситуация в водоканальном хозяйстве на контроле у президента. В правительстве посчитали, на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения необходимо 540 миллионов рублей. Износ труб по стране 80%, а в некоторых населенных пунктах и все 100%. К сожалению, могу только констатировать факт неправильных решений, которые привели к разрушению действенных механизмов именно работы по ЖКХ по сельским территориям, скажем так, которые оперативно реагировали на существующие проблемы. Через 2-3 года мы столкнемся с тем, что даже при наличии финансовых ресурсов на водоканале класть эти трубы и ремонтировать будет просто некому. Проблему сейчас решают в правительстве. Обсудить вопрос намерены с главами госадминистрации, депутатами, профильными специалистами.